Валерос, и сегодня я бы хотел рассказать о Даниле. Ну что ж, погнали. Даниил Ермаков родился 26 ноября в 1992 году в городе Воронеж. В молодости Даниил играл в любительской рок-группе. Помимо музыки, также обожает компьютерные игры. После школы парень поступил в местный вуз, и в 2017 году Даниил удачно защитил диплом. С 16 лет Даня подрабатывал грузчиком на складе и официантом. Позже переезжает в Москву, где он устраивается на студию и занимается своим контентом. Даниил создает разноплановый контент, скетчи, обзоры и другое. Также хорошо общается с Кузьмой и его друзьями и появляется в их видео. К примеру, футбольная школа Кузьмина, клуб краткостволов и другое. Ну вот, видео подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Валерос. Всем пока. Каждый день и каждый час дело есть с тобой у нас. Каждый день и каждый час, каждый день и каждый час. Высекай, 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 высекай. Огоньки, 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 огоньки. Высекай, 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 высекай. Огоньки, 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 огоньки. Из себя, и меня. Поджигай, 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 поджигай. И кричи.